Меня зовут Нина, и вы на канале «Стих и я». Недавно я солила грибы вешенка горячим способом, но солила только шляпки у гриба, а нижнюю часть утолщения отрезала, думала еще что-нибудь из этих ножек приготовить. И вот пока я солила грибы, с мужем сошлись во мнении, почему бы нам не пожарить пирожки. Тем более капуста тушеная была в холодильнике, и как раз прекрасное дополнение будут жареные ножки. Он быстренько поставил дрожжевое тесто, это у него лучше получается, а я готовлю начинку и жарим пирожки. Ножки, нижнюю часть гриба от вешенки я отварила, сейчас мелко порежу и поджарю с лучком, соединю с тушеной капустой, и у меня будет шикарная начинка для пирожков из дрожжевого теста. Ножки от вешенки пожарила с лучком, посолила, поперчила, и все, уже готово. Сейчас соединяю с капустой тушеной, и начинка готова. Первые уже жарятся. Сейчас буду переворачивать. Процесс пошел. Пирожки я пожарила. И вот такие они румяные. Красивые получились. И вкусные. Мы уже попробовали.